Всем-всем огромный привет! Всем привет! Мы с Максимкой снова вдвоем сидим, потому что нам пришла посылка. Посылка пришла от Насти, Анастасия. У нее очень красивая фамилия. Сейчас я вам... Гиммельштейн. Вот такая вот интересная фамилия. Настя живет в Москве. У Насти есть свой канал. И однажды она мне написала, что, Свет, никакие возражения не принимаются, давай адрес, я уже собираю посылку. Очень хочу порадовать не только тебя, но и Максимку. Ну, сейчас, если честно, не только мы в таком нетерпении. Сама Настя, ей очень хочется посмотреть нашу реакцию, как вот мы откроем, что мы там увидим. Потому что, видно, она собирала что-то такое, что нас могут это удивить и порадовать. Ну, правда, если честно, прямо не терпится. Когда мы посылку получили, мне потом пришлось Макса ждать. Мне пришлось быстренько там мыть голову, в порядок себя приводить, боевой раскрас нарисовать. Не так давно Максимке пришел вот такой интересный ножик с сайта... Алиэкспресс. С Алиэкспресса. И он сказал, что будем... Ну, нас сам. Будем открывать... Будем, говорит, открывать посылки. Так что осторожненько мы это сейчас сделаем. Угу. На самом деле не терпится прям. Так интересно. Она ж пузатая коробка. Спокойненько. Угу. Страшно. Ребенок с ножом. С холодным оружием. А он быстрее. Да. Ой, уже интересно. Угу. Ух ты. Как тут много всего. Ну, давай смотреть. Настя, спасибо. Кафе красоты. Сердечко. Да. Пенка. В общем, тут такой набор от кафе красоты. Шарик, пенка. И мне кажется, это мыло. Вот то, что с сердечком. Да, я так подумала. Да, твердое глицериновое мыло. Классно. Очень вкусно пахнет. Ой. Спасибо, Настюш. Ну, доставай. Макс уже там что-то большое увидел. Вот тебе. Вау. Вот такое письмо от Настюши. Спасибо, я уже прочитала. Так приятно. Вау. Набор Лего. Какая красота. С другой стороны, что? Тут разные варианты постройки. Вообще такая красота, вы посмотрите. И вот такой домик. Супер. Круто. Я обожаю Лего. Ага. Он сейчас собирать это все вообще так ему нравится. Тут нарисованы детали, какие есть. Такой радостный. Так хочется уже начать собирать. Ой, просто обожаю такие наборы, когда особенно много деталей. Да, Настя, спасибо. Вот реальное спасибо. Гигантское. Гигантское спасибо. Я тут верчу в руках что-то интересное. Это шампунь. Десерт. Эссенс. Ой, это что-то органическое. Вот такой шампунь. Тут виноград нарисован. Ой, как интересно. Максимка свое что-то там дальше нашел. Тут столько всего интересного. Сын-дудлы. Прям да. Так и написано. Только сладкая жизнь. Сладкая жизнь. Тут всякие кексики, розы. Вот такая раскраска. Вкусные сын-дудлы. Да. Настя, спасибо. И кексики. У нас папа Максимку с рождения кексиком называет. Поэтому ты прямо в тему. Кексы кексику. Маленькому кексику задудлы кексики. Да. Пряничные малыши. Шьем своими руками. О, набор... А, тут показывается, как шить их. Да. Тут смотрите, как интересно. Разные. И как швы делать, и как... В общем, игрушки, выкройки есть. Какие игрушки, как делаются. Так интересно. Это мне интересно. Да, мне тоже. И модели, ой. Мне тоже интересно. И сами выкройки. Надо будет обязательно попробовать. Смотрите. Вот кто хочет даже только начинать, ведь настолько все понятно показано. Очень интересно. Вот.
Настя, можно говорит еще, Макс? Смотреть. Понравилось, да, вот лошадки как делать. Вон какие красивые лошадки. Обязательно, обязательно что-нибудь сделаем, мы вам покажем. Мне хочется какой-нибудь. Вот. О, мне хочется вот этого голубого. Вот эту голубую лошадку. Вот такая красота. Так что Макс будет сам мне помогать. Да. Очень интересно. О, еще вкусняшка. Так, подожди, моя очередь. Он уже первый, все, он достает. Тибетский травяной бальзам «Планета органика», а это тибетский травяной шампунь. Объем и сила для всех типов волос. Вот такие вот два красавца. Если вы не против, я понюхаю. Я тоже. Должно, как я люблю, травкой пахнуть. Ой, какой он густенный, даже вот эта штука не лезет. Очень вкусно пахнет, правда, вот травой и чем-то таким, да, зеленым. Сладкое такое. Масло белого имбиря и 9 высокогорных трав. Вот реально, сбор трав. Ой, это я люблю. Я так люблю все травяное. Я доверяю, когда такие ароматы. Мне кажется, что у меня сразу выздоровеет вся моя голова и волосы мои будут запрыгивать обратно. Сладость. Это вкусняшка. Я люблю. Мы завтра с Максом в путешествие отправляемся на один день. Возьмем с собой? Да, я хочу. Это нам то, что надо в дорогу. А это нам сок пить с тобой. Ой, какая красота. Такие красивые. Да ты поди-ка не дашь. Да. Смотрите, вот такие трубочки, как раз они для мальчишки. 6 штук. Да, 6 штук и с мячиками вот такие. Люблю красивые. Ага, Макс любит все такое вот. Подожди, моя очередь, моя очередь. Тут такое интересное. Вот, я нашла пару. Кондиционер. Это вот к первому. Вот шампунь и кондиционер. Тоже такая для меня новинка, потому что я такое не пробовала никогда. Не то чтобы вот эти, я вообще даже такие серии не пробовала. Ой-ой-ой, Макс опять. Даринчик. Ух ты. Мне свечечка. Нет, это мне свечечка. Знаешь почему? Почему? Я цитрусы люблю. Я тоже люблю. А ты меньше любишь. Ладно, все равно у меня есть. Будем вместе жить. Да. Вдвоем сядем. Это общее. Будем книжку читать. И включать. И свечку. Какую мы книжку с тобой сейчас читаем? «Алиса в стране чудес». Да, нам бабушка подарила «Алису в стране чудес», и мы сейчас ее надо читать. Ой, как вкусно пахнет. Апельсинчик прям такой. Ой, апельсином, мандарином, да, да, такой вкусный-вкусный аромат. Ну, что-то такое сладенькое. Угу. Вот такая красота, такая свечка. Спасибо, Настюш. Огромное. Это мое. Это мое. Можешь смотреть? Ну, давай посмотрим вместе. О, как оно открывается? Ну, давай. Держи. В общем, это... Смотрите, как интересно открывается. Вот так. Вот так. Такая красота. В эту... А, и вот так еще, представляете? Так, Макс. И это вот 3 такие записные книжки. В общем, вот тут так. Тут ежедневник идет, а здесь вот так отрывные. Ой, такой он красивый, стильный, прямо в сумочке носить, настолько красивый и приятный, еще и на магнитной застежке. Вообще замечательная, настолько записная книжка, ну, приятная, прям вынуть из сумки одно удовольствие. Ну, у Максимки прямо ручки. Поиграй, Макс. Просто мечта. Хотелось бы такую, такая красивая. Это от Le Petit Marcellier. Гель для душа ванильный. Такой. Это я люблю, это как раз на зиму. Ой, как вкусно пахнет. Спасибо, Настюш, спасибо огромное. Вау! Меняемся? Да, держи. Это мое. Поменялся. Так. Ой, вообще, такие радостные. О, магнитные закладки, такие еще нежные. Смотри, тут вот такая... Смотри. Сейчас я подальше немножко. Смотри. Лев. Ой. Лев и тигрица. Попугайчик
и тукан. Ага. Панда и слоёнок. Ой, какая красота. Смотрите, набор магнитных закладок. Ага. Макс вообще любит вот всякие такие... Магнитные закладочки. Ну, не только магнитные, а вот что-то такое красивое собирает, да, какие-нибудь такие интересности, чтобы было чем блеснуть в школе. Ну, как бы вот это вот все ему интересно, какие-то вот сувенирные такие. Да, такое необычное. Да, необычные вещи. Из обычного такое красивое. Ух ты! Вау! А вы знаете, что это такое? Вот... Я, если честно, я бы не знала, меня предупредила Настя. Что это? Это мыло. Мыло? Настя, ты про это говорила? Это мыло? Она сказала, там будет что-то такое лепесточками, это, говорит, будет мыло. Получается, каждый лепесточек это одно мыльце? Да, это мыло. Можно понюхать? Нет. Вынюхаешь? Жалко. Можно понюхать? Это ой, мыло? Такие прикольные. Это мыло такое смешное? Настя, я правильно поняла? Это мыло? Такое чувство, вот это... Вау. И фруктовые они, прямо тут фруктики нарисованы. Очень... Соп, написано соп, это мыло такое. Мыло, мыло, видите, соп. Переводчик, я без переводчика-то никуда, тут написано соп. Я знаю, что такое соп. Вот. Вау. Спасибо. Лёшечки. Ой, кисеньки. Такие милые, молодые. Тут еще набор, смотри, их тут много. Мечта жизни. Ну ты не умри, смотри. Сейчас у меня ребенок помрет. Я вообще смотрите, обожаю. Смотрите, это знаете что? Это переводилки. Наклейки. Наклейки с кисками. Вон они разные. Ножечки. Разные, разные. Я вам прям ногами показываю. Ну я потом покажу. Все, я все разложу и все покажу поближе. Очень интересные, очень красивые. Настюша, спасибо. Ластик, какой милый. С треугольничками. Вот такой ластик. Улыбашки. Ой, подожди, моя очередь. Подожди, мне самое интересное. Это мыло. Мыло скраб миндальный. Мыло я люблю. Вот такое мыльце. Вкусно-вкусно пахнет. И такое красивое. Прям красивый такой цвет. Кремовый. Жди, жди. Тут мыло же. Ой, как вкусно пахнет. Понюхай. А, цветы. Философия, да, что написано? Философия. P-E-H читается как F. Философия. Философия, я, значит, правильно прочитала. Вот такая красота. Ой, так вкусно пахнет. P-E-H читается как F. Настя, я знаю, почему ты его купила. Спасибо. Я когда-то, когда мы были в Магнит Косметик с Максимкой, вокруг такого мыла, только оно было вот таким большим, вот. Стояли, мне так аромат понравился, а Настя купила. Смотрите, какая красота еще в Монпари. Вау. Диск. Да, диск. Это диск или в нем что-то есть другое? Нет, там вот Чехов, Каштанка. Понятно. То такое бывает. Это, наверное, игра. Игра? Потерял... А нет, в ролях. В ролях нет. Это по Чехову Каштанка. А, это такой мультик? Мультфильм, да, да, да. А знаешь, я сначала подумала, что это игра Каштанка. Нет, тут написано в ролях. Но я предполагала, что это игра. Что? Вот такая вот красота. А тут телефончик сзади нарисован. Ну, нет, я попробую включить. Вдруг это игра все-таки. Нет, это... Ну, посмотрим. Так, следующее. Столько крутизны. Магнитный пазл. О, покажи. Магнитный. Няшечки. Да. Магнитный пазл. Так что у нас вот такая будет красота на холодильнике. Магнитик. Знаешь, я... котик ведь это... Вот этот. Это одна серия этих котиков. Смотри, одинаковые. Это серия котиков таких. Ой. Сейчас я вам покажу, что он говорит. Это серия у одна. У нас вот такой есть магнитик. А тут будет пазл из этой серии, как бы вот с такими котиками смешными. А котикам да. Можно определить серию? Сюда пока. Этого. А этого сюда. Настюш, спасибо. Вот такой вот ластик-карандаш нажимаешь снизу, и он выдвигается. Я видела у одноклассников такие вот были. Вот такой, да, ластик-карандаш. Здесь прямо есть куда нажать, а отсюда... Выходит ластик. Ну, такого у нас еще не было. Ой, какая красота.
Это пакетик для Максимки. Мы уже даже до записки разобрались. Там столько крутизны еще. Котя! Котя! Смотри, это, смотри, вот его нижняя часть. А тут с хвостиком даже. Смотри, смотри, какая тонкая. Вау. А смотри, это ножки с хвостиком, у него такая шея большая. Да. Такой смешной. Видите, какая ручка? Тут, ну, я еще покажу поближе. Тут голова, вот здесь вот маленький хвостик и ножки. Стоп, и вот такая вот ручка. С другой стороны, а что? Тонко-тонко, видимо, пишет. С другой стороны тоже что-то есть, открывается вроде. Нет. А, это просто, просто перекладина. Вот такая кисленькая. Милая. У Максимки. Так, у меня, подождите. Мыло земляничное, натуральное. Вау. Вкусно пахнет. Вот такое мыльце. Это от рецепта чистоты. У них даже упаковка такая шуршащая. Наверное, биоразлагаемая. Хорошо. Так, вот от Мон Пари еще одно. Какой-то цветок. Флайер. Флайер. Сани. Сани флайеры. Флайер. Да. Флайер. Флайер. В общем, флайер. Вот так. Сейчас английский выучу. Мы английский. Мыло это все наше. Это мы очень любим. Короче, что? Сейчас, сейчас. Да, у меня еще одно есть. А вот еще одна философия. Просто понюхать. Сейчас, да. Вот такое еще мыльце. Ой, вкусно. Конечно, как эти духи. Обожаю мыло именно из-за запаха. Да, у мыла иногда аромат прям твердых духов. Что хочется не мыться, а натереться. А что это? Это, кажется, ошейник для Стёпы. Это же ошейник. Это ошейник. Ну, тут что-то, да, может быть, для Стёпы. Видите, такая интересная штучка. И тут маленький-маленький колокольчик. Ну, поближе я покажу потом. Видимо, да, для Стёпы. О, карандашики такие смешные. Карандаши с ластиками, смотрите, какие. А это просто деревянненькие, такие красивенькие. А, это не ластики, это деревянные, да. Это просто для красоты. Они на пружинках. Да, красиво. Вот такая вот. Три карандашика, они такие еще позитивные, здесь в горошек. Шесть! А, их даже больше, Макс еще нашел. Их шесть. Вот еще такие три. Тоже поближе покажу. Ой, какие милые. Они даже гремят так мило. Сегодня очень мило. Я вообще сегодня очень мило сегодня. Макс сегодня очень милый. Все милое приехало. Да. Настя, спасибо. Спасибо большое. Это свечи с розами, с ароматом розы. Как я люблю. Я очень люблю аромат розы. Вот так вот. Смотрите, нравится? Да. Все такое нежное, я обожаю нежное. О, можно я? Кактусики. Ой, да, у Макса, я у него, он у меня смотрит. Свеча ароматическая. Кофе. Так вкусно пахнет, прямо кофе пахнет. У нас с тобой две свечки уже. Да, ну теперь мы свечи-то поделим. Какая мальчишеская-то, с кофе? Ну, не знаю, просто ты любишь кофе, а я, ну, а я такое сладенькое. А он у меня на мандарин, он понравился на цвет. Ну и кофе тоже нравится. Ладно, поделим. Ладно. Какая красота, смотрите. Настя, где ты нашла такую красоту? Прям набор. Есть. Я люблю такие 3D-шные наборы. Угу. Кажется, они пазлы. Как пазл, да, вот такие эти, ластики. Там сверху по-английски написано кактус. Кактус. Такая посылка интересная. Ага. О, смотри, его можно вот так вот двигать. Видишь, такая да, вот типа. Да, да, да. Вот. Там можно двинуть и так. Вот так вообще можно двинуть. Ну, в общем, такой рычажок типа. Да, тут написано ластик с держателем. Ну? То есть его выдвигать можно. Вот так интересно все. Я сделаю вот так. Все, пустой? Да, вот это осталось. Ну, давай, доставай, я пока, мне уже больно интересно было вот сюда. А здесь салфетки. Салфетки в 4 видах. Я поближе покажу. Вот видно здесь. И знаете, мне это так дорого, потому что, Настя, спасибо огромное. Она знает, что я делаю декупаж.
Чего-то там совсем крутое у Макса. Там супер интересно. Мне для декупажа самое то. И тут еще так как-то зимняя тематика. Так красивые снегиречки. Очень, очень, очень. Спасибо. Ой, такая красота. Вот такая вот. Ее нужно на ручку нацепить, чтобы было легче держать. А то она вот такая вот, держатель такой. А, да, это для ручки. Смотрите, такая интересная штучка. У моих одноклассников есть такие рыбки, а у меня такая вот красивая... Это чтобы не скользило. Да. Ой, мне кажется, эту посылку надо смотреть было вблизи сразу. Настолько тут всего интересного много. Кажется, я это где-то видел, но это очень интересное. Ну, это вообще шедевр. Но я обожаю такое. Машина и это ручка. Да еще двигаются колеса. Вот, видите, шариковая ручка. Да, можно там это... Передай ручку мне, и поехала, да? Ага. И вот так вот. Очень, прям вообще супер. У него обратно забирают. А смотри, так вот говори, говори мне. Она была пустая. А смотри, например, говорит на уроке. Эй, дай ручку. Да. Она, кажется, заводная. А, нет. Нет, ну, классная. Ты не урони. Я обожаю. Вот, так. Давайте я вам покажу маски, пока Макс там разбирается у себя. Маски я очень люблю. Вот именно такие, ну, которые тряпочки, да, как можно тряпичные назвать. Это от Вилента. Для лица и шеи Виленту я люблю именно за то, что она область шеи захватывает. С женьшенем маска тонизирующая и омолаживающая с экстрактом. А, ну, я уже сказала женьшеня. Упругость клеток кожи, коллагеновая маска. Если я не путаю, вообще можно их даже в холодильник ненадолго ложить перед тем, как нанести. Малочка, посмотри, тут какой-то тюбик. Что это? Я бы шутил. Это чего? Я сначала подумала, что это тюбик, а это ручка. Я думала, что ты тоже поверишь. Ты поверила? Вообще... Я тоже смотрю, что это за интересный Спанч Боб. Настя, такие интересности нашла. Вы посмотрите тюбик, правда, со Спанч Бобом. Я прям так и поверила, что это такое, тюбик. Все интересно. И здесь ручка. Шариковая ручка. Да я трогаю, какая-то сейчас легкая. Сейчас я вам сводч нарисую. Вот, пожалуйста. Ну, я как это. Давайте вот с этой стороны. Прямо рисует. Ой, такая интересная. В наше бы время такие вещи вообще. Она гремит. Она еще и гремит. Вау. Так, маски. Дальше маски. Маска лифтинг для лица с коэнзимом Q10. Это от Skinline. Вот такая масочка. Смешно. Пластики. Пластики? А, пластики. Ой, как интересно. Смотри, вот такое яйцо, а в нем такие ластики-динозавры. Сейчас я вам покажу. И яйцо-то динозавра. Ага. В общем, вот такое яйцо динозавра, и там действительно их много-много. И они ластики. Вот прямо. Ну, я поближе опять же покажу, потому что такая посылка, которую надо смотреть прямо на макросъемке. Все такое мимишное, особенно Максу вообще тут такие интересные штуки. Настя, спасибо. Вот реально побаловала. Я уж сама пищу от радости. И еще одна вот такая вот. Только рыжая. Синяя или рыжая? Да, там рыженькая была. Это держатель на ручку. Или на карандаш. Ну, что скользит. Они еще такие с блесточками. Да, красивые. И еще так вот интересно. Две ягодки. Ой ты. Мимишные-то какие. Ну, тут вы меня вообще не разглядите. Они вообще маленькие. Вот такие вот две ягодки. Вот такие ластички. Такая красота, чтобы не потерять уже время на виду. Подожди секундочку. Угу. Сейчас я еще две маски покажу. Первая от Skinline тоже. Коллагеновая. Это для глаз. Вот такая. Патчи тут для глаз. И такая она толстенькая. Я думаю, там их много. Да, там 30 штук. Это вообще такая красота. У меня для глаз почти ничего нет. А давай, чтобы тебе было интересней, сейчас я покажу свое и потом ты. Ну, давайте. А ты так интересней. Что это? Макаронные. Смотрите, 5 штук. Печеньки такие. Вот такие печеньки. Макаронные. Макаронные или макаронные? Макаронные. О. Две «не». В общем, много макарон. Не-не.
Макароны. Ой, такая красота. Ой, такие классненькие. Их даже руки вот как эти, антистресс держать. Очень интересно. Стикеры котики. Вот, такие вот стикеры. Ага, тоже такое интересное. Закладочки. Вот такие закладки. Вообще. Ну, Макс, самые такие все это интересности. Еще стикеры. А посмотри, вот такой вот котик, у него хвостик и пузико. Это такие вот котики лежачие. Ага, а это еще интереснее. Да, они вот такие вот валяющиеся котики. Вот такие валяющиеся котики. И действительно, у них такое тело вытянутое. Угу. Стикеры. Это как тот котик, только чуть-чуть. Ну, тебе, любителю кошек-то, смотри-ка, прям одни кисоньки приехали. Ну да. Столько кисок. Ага, теперь ты. Все, давайте я свою маску покажу. Это маска от Тони Моли, вау. Вау. Давайте я вам так покажу. Ну, судя по всему, молочная, да, но я потом поищу тут, где на русском. Красивая. В общем, вот такая интересная маска. Спасибо, Настюша, огромное спасибо. Столько интересного. Настоящая коробочка. Тут нужно собрать котика, с другой стороны написано. Да, смотрите, вот такая вот штучка. Котик в коробочке нужно сделать. И будет в итоге вот так, котик сидеть в коробочке. Ну, мы соберем, покажем. У нас есть собачка с домиком. В будочке, да, у нас есть собачка с домиком. А это котик в коробочке. Да, вообще такая красота. Мимимишна. Ну, собачка тоже нам в подарок приехала. Мы когда соберем, я покажу все вместе, вместе с собачкой даже. И вот эта ручка. Остались у нас пакетики, коробочки пустые. Очень красивый пакетик. Да, даже пакетик красивый. Я думаю, Максимка его сейчас все обратно будет складывать я в него. Да. Настюша, спасибо. Супер. Вот даже слов нет. Настолько все интересное, все мимишное и все такое неизведанное. Мы даже спутали тюбик, то есть ручку с тюбиком. Ну тут не мудрено. Тут попробуй спутай. Да. Тут же тюбик. Только когда потрогаешь, поймешь, что он легкий. Да. Очень интересно, прямо я в восторге. Спасибо. И еще мы вот и еще вот это я чуть ли не спутал с таким вот, ну, пушистым, вот таким вот. Просто для декорации. Да, да. Скажи, что это мыло. Ну, я им тоже попробую. Там же интересно. Так написано, соп. Вот да. Это и выдает. Угу. Спасибо. Настя, спасибо. Нет слов. Огромное. Огромное спасибо. Так что Макс будет с Лего заниматься. Но мы сейчас все это разложим. Мы не прощаемся. Сейчас покажем все поближе. И закатяшим. Ну, иди выключай пока. Ага, пока. Нет, это я тебе говорю, пока выключай. А. Так иди выключай. Разложили мы с Максимкой все поближе. Очень хочется с вами поделиться, показать. Получилось вот так всего много. Вот сам Максимка сидит. Говорит, буду комментировать тоже. Ну, давайте поближе покажу. Тут, может, не так интересно многим. Это мне очень интересно. Вот такие вот салфетки. В таком виде. Чего, Макс? Мне тоже интересно. Я люблю такую красоту. Макс любит такой. Вы только посмотрите, какая она красивая. Вот эта вот записная книжка. Такое подарочное издание. Ну, солидно, интересно. Настюш, прям вот приятный. В руках приятно держать. И подарок такой замечательный. Вообще меня удивляют девчонки. Ведь многие уже заметили, что косметических средств немного. И они настолько интересные, потому что у меня действительно большие запасы, и девочки это учитывают. Настя, спасибо тебе огромное. Столько мимишек, столько подарков для Макса интересных, и мне нашла то, что я даже не пробовала, и реально это очень интересно. Но если я правильно поняла, вот эта вот пара, ну, может быть, еще что-то, потому что я плохо ориентируюсь, это и есть то, что ты ждала из Америки в посылке. Она сказала мне, что не может пока послать какое-то время назад. Руки, говорит, чешутся, но я жду, чтобы что-то приехало из Америки. Но я думаю, раз тут я не вижу русского языка, это то, что она меня решила удивить и порадовать даже вот таким заказом издалека. Ну, давайте поближе еще. Это от Le Petit Marseille. Вот оно, Лего. Будем вот такой дом строить. Очень интересный, прямо тут строители.
видно, они работают. Ну, вообще настолько интересно. Еще моя любимая фирма не Дупло, а именно Лего. Потому что Лего такое детальное, а Дупло такое слишком большое. А тут так более мелко и красиво. Mm-hmm. Больше нравится Лего. Вот, а я и не знала, что есть еще и Дупло. Ну, Дупло это для девочек, типа. А-а-а. Вот они. Вот эти вот, как они называются-то? Яйца динозаврики ластики. Да, давайте их вот так вот я вывалю. Смотрите, какие они классненькие. Вот такие вот. Их можно ставить, ими можно играть. Вот такие вот они классненькие. Они чуть-чуть напоминают, а где ракушечки такие вот. Вот к ним можно добавить вот этих двух малышей. Такие ластики. Чего, Максим? А, кажется, у меня есть такие вот... Помнишь, в ракушечке много таких вот морских звезд? Да, 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 да. Это одна серия, наверное. А может быть, да. Нам присылала Викуля. Викуля Оленева тоже. Только морские животные, эти в яйце, а там в улитке, в такой, в ракушке. Да, в ракушечке. Мы не принесли, но я вообще даже этого не помнила. Я тоже. Забыла, а Максик вспомнил. Да, так что, Викуля, видишь, к твоей улиточке теперь есть у нас яичко. Вот такой ластик интересный, правильно Максимка сказала, вот эту штуку нужно так выдвигать, и ластик будет выдвигаться. Вот такой интересный ластик с держателем. Вот такой ластик. Вот они, эти маленькие макароны. Такие классненькие. Макароны? Ны-ны-ны-ны. Так, ну покажи вот этот, тоже интересно. Вот он так вот выдвигается. Вот так не задвинется, только вот так, если нажать и задвинуть. Вот. Всё. Классный. Вот эти два интересных держателя для ручки. Ну, фиксатора, наверное, да? Ну да, фиксируют. Да. Ой, хочу поближе вот показать чего. Стикеры-котейки! Вот такие котейки. Котейки? Ну, котов мы любим. Кошки и Макс – это что-то неразделимое. Так, давайте эти покажу поближе. У меня на канале очень много подписано детей. И, может быть, взрослым и не совсем интересно, вот когда разглядываем подробно, вот так вот, каждую закладочку. Но дети, если честно, с огромным удовольствием все это смотрят. Ну, вот да. Такие вот трубочки. Очень интересно. Ну, мы так, Настя, поняли, что это Максимке. Для Степы. Для Степы. Мне даже говорить. Максимке, да. Вот такой вот ошейничек. Так, что я еще не показала? А, вот эти вот стикеры интересные. Да, тоже такие вот котики. Какие-то они прям солидные такие. Прям. Степа, это же Степа. Ну да, это все и Степа тут-то. Ага, смотрите, чёрный. Это тут Степа. Я не подумала. Ну вот это вообще шедевр. Тут, конечно, даже я, хотела сказать, стреляный воробей. В жизни своей ничего подобного не видела, такой стреляный. Правда. Так, не открой, Максим, давай показывай. Я подумала, что этот тюбик с чем-то интересным. Я трогаю как-то легко. Смотрите, какая прелесть. Вообще. Ну, показывай. Ты далеко показываешь. Вот, прям ручка. Видите? Прям тут даже как открывать специальные штуки. Рисует и пишет. Это, знаете, как в девчатах тикают. Пишет. То же самое, кто смотрел кино «Девчата». Так, давайте вот здесь еще покажу вот эту вот ручку. Вот такая кисонька. Кисюля. Вот такой у нее хвостик и лапки. Смотри, какая шейка большая. И вот такая шея. Шейка. Да. Вот эти карандашики. Так, где там? Максимка болеет, поэтому хрюкает. Не обращайте внимания. Я бы потише. Да, он будет потише хрюкать, а то он что-то разошелся. Так, вот он пазл. Макс его собрал. Специально собрали на белом фоне, как будет смотреться на холодильнике. Вот такой вот котик, рыжий, довольный, вот чай пьет с мышкой. В общем, вот это я, а это Макс. Правильно, Максим? Да. Вот это ты, а вот это я. Угу. Ну, Макс не против, а он Макс показывает эту серию. У нас я вот не против, что котик такой. Да, то есть Макс такой толстый, здоровый кот, а я маленькая, хрупкая мышка. Да. Он не против. Ну ладно. Все равно не толстый, он хорошенький, миленький. Хорошенький, миленький. Вот смотрите еще, какая милота. Мы собрали. Это стикеры. Вот сейчас я вам покажу. Вон, видите их сколько там? Их там много-много-много-много, этих кисонек.
Мы их отрывать не будем. Да, вот в такой коробочке. И до этого нам присылала кто? Ирина. Да, Ирина. Где Ира живет, помнишь? В Москве. Тоже в Москве. Вот она нам присылала, кто помнит, вот такую будку и вот такие там собачки. Это вот домик. Они тоже, да. Их там много, это будочка. И у нас теперь будет у Максимки... Ой, поставь. Вот такая. Это одна серия, видать. Да, и вот так вот у нас будет теперь. Это будет память о Настеньке. А это память об Ире. Да, это память об Иринке. Девочки, спасибо. Теперь у нас киски не скучно, она будет с беленькой собачкой дружить. Так, никак не поставлю. На белом фоне белая. Ой, что еще-то мы не показали? Давайте вот мой-то рай. Две книжки, одна будем разукрашивать. Зендудлы. Да, зендудлы. Раскраска. И пряничные малыши. Это вообще такая красота для меня особенно. Новые идеи. Мы с тобой будем вместе делать. Да. Две свечки, одна кофейная, вторая апельсиновая, мандариновая. От кафе красоты. Там и шарик, и мыльцы. И соль. Да, вот это вот мыло, это вообще шедевр. Ну, это такие вот полиэтиленовые, что ли? Такие вот, ну, в общем, вот такие вот. Ну, Макс думал, это для рукоделия что-то такое. Свечечки. Ой, это вообще мыльный рай. Такие ароматы классные, вообще. Все, прям, даже если трогать, такая бумага еще классная, интересная. Понравилось. Что, ну, это сладости, маски. Ну и давайте я вам покажу вот эти вот еще наклейки, или как это называется? Ну, наклеечки такие. Так, как мне тут вот так? Они такие интересные еще. Няшные. Мимитоз. Где? Вот. Ну или Бубу. А, ну да, из игры. А вот этот Мимитоз. А вот этот, смотри, тоже. Ага. Ой, это... вообще такая красота. Вот это точно Мимитоз. Угу. Вот тут девочка с кисоньками. Смотри, как смешно. За мышкой котик бегает. Ага. Что тебе понравилось? Вот это вот, помнишь, коробочки. Мистер Кот. Мистер Кот. Так, давайте вот здесь еще покажу. Вот такая красота. Вот этот вот смешной. Ага, тоже смешной. Тут 5, наверное, или 6. 6. Еще одна смешная картинка тут. Ой, такие интересные. А тут на прошлое есть еще одна смешная. Где? Вот это вот. Смешная. Ой, вообще столько интересного. Я сама люблю все это и разглядывать, и наклеивать. А тут в основном люди-котейки. Больше людей котейк. Злый котик. Сейчас, подожди, покажу. Так. И вот такие еще. Ну, посылка, конечно, восхитительная. Такое разнообразие. Ой, вот этот какой милый. Где? А, да. Это Мимитоз. Ага. Ой. Макс прям в восторге от кисок. Злой. Ага. А этот застрял тоже злой. В бутылке. А, вот в бутылке застрял. Ой, Настя, спасибо. Огромное спасибо, не устану повторять. Настолько все интересно, много всего. Надеюсь, с нами было тоже интересно. Я обязательно ссылку на канал Настюши оставлю. Надеюсь, вам тоже понравится эта замечательная девочка. Настя не знает, что я буду оставлять ссылку на ее канал. Кто-то мне как-то написал, что, может быть, вам присылают, чтобы вы прославили, ну, типа, вот, дали ссылку там. Нет, девочки никогда об этом не упоминают и даже не просят, чтобы там о них что-то сказали, что они блогеры или, наоборот, не блогеры. Нет, ну, тем не менее, все равно бывает так, что хочется людям зайти и посмотреть, что же это за человечек. Тем более, есть свой канал и... Можно ее тоже лично послушать. Ну, чего ты хочешь сказать? А тут три постройки можешь сделать из одного. Тут написано 3 и 1. Отлично. Рад. Сегодня начнешь? Возможно, постараюсь. Ну что, всем пока. Всем пока. Настя, спасибо. Гигантское. Гигантское спасибо. Ну, прям из Лего. Я никогда... Ну, прям такой большой набор причем.
Ну, гигантский. Да, да. Тут даже рыбка и лосенок. Ну, в общем, такого у нас не было. И внутри дома, наверное, что-то ест. Ага. Ну, прям мечтаю. Ну, все мечта, что тут. Ну, все мечта, да. Рад. Очень, спасибо большое. Ну ладно, давайте, я буду закругляться, а то Макс будет до утра теперь ахать-охать, это перебирать. Котик, котик, котик.